веселое видео. Йдемо на ставок. Йдемо. Первый выход. Первая попытка сходить на ставок. Первый раз, первый класс. Да, они у нас, представляете, сами ходят уже в загорожу. Давай будем. Вы там еще не были. Идем далеко-далеко. Ну, вам туда придется каждый день потом ходить. Иди вперед ты. Позови их. Так, на огород не надо. Гоняйте немного жир. А мы до воды идем? Я не знаю, давай, наверное, не. Да, я потом как их с воды повнимаю. Давай еще рано. Там капля. Яйс. Аист. Бусько, они нас преследуют. Хороший знак. Пуля. Я вам потом тут прокрашу дорос. Аист, видите? Что-то тут хай или еще идем? Не, тут. Давай посидим тут с ними. Гуляй-то пока тут, давай. Решили их еще в озеро не окунать. Не, пару раз, знаешь, пашек мы тоже приводились, чтобы они поняли, что надо за мной ходить и на мой голос идти. Да. Смотрите, как аист ходит, присматривает. Бусько, принеси Маруську. Сесть. Раздолье. Да, ребят, тут вам будет классно. Гусиный рай называется. Яр, гусиный рай. Гусиный рай? Да. Га-г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 а. Hello. Жизнь гусей. Красавчик ты такой. Да. Ты. Позируй. Угу. Звезда будешь. Ютуба. Куда подорвались? Thank you.
Смотрите, как они совсем рядом. Со мной и с ними. Тут травка вкуснее, скажите. На лугу пасутся кони. Нет, не кони. На лугу пасутся коровы. Нет, не коровы. На лугу пасутся гуси. Так а при чем тут ко? Еще аист. Смотрите, где аист. Он там вдалеке, сейчас я приближу. Победы нас! И что тут и надо бывает? Утки на столочке. Кто бывает? Утки бывают на столочке прилетают. Просто нет камыша, и из-за этого они тут не гнездятся. Но прилетают. Привет. Привет, мой маленький. Ты такой красивый. Да. Так, мы хотим провести эксперимент. Мы сейчас идем и посмотрим, пойдут ли они за нами. Итак, мы пошли. Пока! Пока! Алло! Извините. Пуля-п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 у
Побежали. Пошли, пошли, пошли. Пуля, 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 пуля. А давай побежим. Пуля, 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 пуля. Га-г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 а. Убежать вперед. Бежат. Бегом, 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 бегом. Бежим, 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 бежим. Бегом, 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 бегом. Бегом, бегом, бегом. Надо еще подбежать. Не могу так снимать задом. Какие самостоятельные гуси. А пуля, 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 пуля. Бегом, 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 бегом. Их вольер, хай попьют, поедят. Вони заслужили. А ну, самі підете? Давай, заходь. Заходь. Трішки направляємо. Молодці. Вау. От такий буде сюжет про самостійних гусей, вихованих, навчених, видресуваних. Водички поп'ють. Та їм тут хватить, поки не буде висипати. Добре. Ну так. Це в нас кукурудза. Мелена, дроблена. Каніше, цілу не можуть ковтати. Може їм ще водички? Що там, нету? А, є. Та там і там є. Є водички. Ну, проголодався, поїж. Знаєш, там чуть-чуть є стрійка, ми корма не мішали йому. У виїзді ж не мало та неділі. А, Ігор хитрить, змішав кукурудзу з комбікормом. Тому що вони комбікорм. Ми догодовуємо потрошку. Осталось підйомної
подъемный комбикорм. По-любому надо, чтобы они набрали быстрый вес. Игорь их схитрив так, чтобы они ели и привчались. Тут съели, выели весь комбикорм под крышей. Так, все, вот такий сюжет. Якщо вам сподобались наші гуси, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Отак. Пишіть нам коментарі. Будемо знімати ще.